Я исповедоваться хочу. Мне придется много вам рассказать. Плохого. Очень плохого. И еще. Я хочу сделать жертвоприношение. Вот это. Пожертвование. С вас исповедь, с меня деньги. Отец Анатолий, а не расскажете, как там где монстр? Я же просила полчаса хотя бы. Настя, я что ли плачу? Хорошо, его быстро привезли. Успели снизить внутричерепное без операции. Какую операцию? Что с ним? Диссоциативная амнезия. Не помнит, что было с ним и кто он. Сюда идет очень опасный человек. Хочет исповедоваться Анатолию. Он же... Так я про это же. Ты теперь мне за него должен. Обманешь, за базар ответишь. Повторим самые яркие события жизни Анатолия. Он все остальное вспомнит. Ребут, перезагрузка. Не сквернословь. Потрясение, которое помнишь всю жизнь. Брат Реме. Да? Укачивать умеешь? И станет от дьявола десну его. Спасибо. Забор прикрыть. Начинаю обратный отсчет. 3. Больше дыма. Больше дыма. Альпинист на подходе. 2. Будет у нас с вами свой Байконур. 1. Братва. Братья и сестры. Я все придумал. Да! Тебе надо, чтобы мир вертелся вокруг тебя. Если он понял, как жить, я и подавно разберусь, и все у нас будет хорошо. Я, знаете ли, что же, чалился. Понятия разделяю, фини, чухаю. Ты 10 дней там в СИЗО отмотал. 11.